Ну что, сегодня мы плотно на сливе. Немножко затормозились наши работы, но здесь вот уже есть понимание, как стоит редуктор, есть понимание, где будет стоять бак, есть немножко понимание по попке. Под вопросом у нас тоннель, потому что мы что-то никак не можем определиться с коробкой. Сюда у нас будет установлено уже в ближайшее время опоры подобного типа, но я немножко их переработал, заказал у наших соседей вырезать, согнуть. Ну вот, крылышко уже подготовлено к варке. Здесь мы с Саней ничего нового не изобретали. Мы с ним сошлись во мнении, что постройка Сильвия Джеймса Дина нам очень зашла, и какие-то моменты мы берем именно оттуда. А следовательно, вот такая вот резка крыла, и чистенько, и под большое колесо. А перед варкой сюда чего-либо я решил все обработать антиржавчиной, то есть пользуюсь перматексом под кисточку. Классная тема, проверена вот на эти. Ну что ж, с арками мы закончили. Вот такая вот прелесть у нас получилась. Даже залили грунтом кислотным, чтобы на моечке здесь ничего не зацвело.